Монтана. Страна холмов и гор. Штат сокровищ. У Монтаны много названий. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Добрый день, брат. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Прямо здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще Бог никто. Бог требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить нам. Другие — разрушить все, что мы с вами создали. А третьи — предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Кто? Их лидер. Иосиф Сид. Для них он отец. Лишь глупцы не помогают проекту. Они не верят. Они слепы. Прошу, нет. Но они прозреют. Идем!
Он будет в церкви, не отставай. Смотреть в оба. Их легко спугнуть. Салага, сюда. Спокойнее, ладно? Что они здесь делают? Тихо! А ну успокойтесь! Этого не бывает. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Шериф, дело плохо. Все в порядке, Хадсон. Все в полном порядке. Боже мой. На вас есть значки, верно? Да, но здесь не особо уважают значок шерифа. Зато ствол они будут уважать. Не все проблемы можно решить оружием. Нет смысла. Он пришел убить отца. Да оставьте нас в покое. Уймется. Отец что-нибудь придумал. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери. Прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну... Не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Что-то случится. Вы чувствуете, да? Что мы приближаемся к краю пропасти. Что грядет час расплаты. Вот зачем нужен проект. Мы знаем, что случится дальше. Они придут. Чтобы забрать все. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Вот они, саранча в нашем саду. Они пришли за мной. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы! Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал громовой голос одного из четырех животных. Иди и смотри. Выйди вперед. Я взглянул. И вот. Конь бледный. И ад следовал за ним. Салага. Давай, в наручники его. Бог защитит меня. Салага, браслеты на него. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Нужно сваливать отсюда. Маршал, вперед! Мы пойдем справа. Понял. Мы не позволим! Не сходи с пути! Отец, мы любим тебя! Отец! Назад! Назад! Что ты делаешь? Всем живо назад! Отпусти его! Не уходи!
федеральный маршал, и я приказываю вам отойти. Убери оружие. Сейчас же отпусти его. Оружие. Ну! Не отходите его. Все назад. 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 Живее, нахер. Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу, скажите, что там случилось? Диспетчер. Ох, Боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. Да, отец. Храни тебя Бог. Никто не придет на помощь. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Я все еще с вами. Первая печать сломана. Коллапс начался. Мы возьмем все, что нужно. И сохраним, что имеем. Мы убьем всех, кто встанет у нас на пути. Они, вестники Рома, узрят истину. Нужно валить отсюда. Да начнется жатва! Нужно валить! Не трогайте! Выбираться отсюда! Пусть горят! Воли Бога! Такова их кара! Они пытались убить отца! Господь уберег его!
кажется, я сорвался. Я вижу здесь рядом цель. У длинного моста. Попробую попасть внутрь. Если кто-то слышит меня. Если кто-то еще жив. Боже мой! Ты... прости! Думал, тебя схватили! Пошли! Пошли! Давай! Проверь тут все! О боже! Ничего себе! Твари! Мы посадим всю эту семейку. Всю семью. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала нужно оружие. Держи. Так, делаем вот что. Там есть дорога. Едем по ней на северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом... мы вернемся сюда с Национальной гвардией и уничтожим всех. Проверь в трейлер. Так. Надо быть осторожней. Не знаю, кому и верить. Чёртова Нэнси! О, нет! О, нет! Дороги перекрыли! Сзади! Чёрт! Избавься от них! Господи, нам не объехать! Держись! Придётся съехать с дороги! Динамитом. Используй его! Живо! Убей их!
Федеральный маршал Соединенных Штатов! Ему нужна вера, значит, будет паломником. Дети мои, возблагодарим Бога. Возблагодарим день, который я предвидел, наконец, который я предвидел, все, что я предсказывал, сбылось. Стражи порядка, что хотели разлучить нас, их всех передали в нужные руки моих родных. Почти всех. Знаешь, что происходит? Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. Разумнее всего было бы отдать тебя им. Черт. Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Как переоденешься, приходи ко мне. Будем думать, как нам вылезти из этой жопы. Кто-нибудь меня... Ага, нашел себе одежку. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Но помощи ждать неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться против эдемщиков, только нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Береги себя. Вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа.